росло и коренилось ваше дело. В алмазе первом лучшие умы. Иной сказал бы, я достиг, я сделал. Но говорили вы не я, а мы. Весело, с размахом и, конечно, на свежем воздухе свой юбилей отмечает СНТ «Алмаз-1». Местные садоводы, люди, что называется, от сахи, вот уже полвека трудятся, возделывая родные участки. С 50-летием представители садового некоммерческого товарищества поздравляли всем Щелковским районом. Вы знаете, что это очень большой срок, начиная с болота, как-то мне ветераны сейчас показывали, до сегодняшнего дня. Вы своими руками сделали благородное дело. Построили дома, посадили сады, вырастили внуков. Вы знаете, вот наша русская земля, она всегда богата людьми. И вот смотря сегодня на вас, вот эти 50 лет, кто-то старше, кто-то младше, но вы, как получается, как одна семья. И чем мы больше будем вместе, чем больше будем вот так вот проводить праздники, тем будем всегда крепче. И пусть славится наша русская земля, пусть славится наша Россия и наша любимая Подмосковье. В день 50-летия со дня образования желаю вам, всему вашему коллективу, новых успехов в развитии садоводства, богатых урожаев и самого доброго в жизни каждого для члена садоводческого товарищества. С юбилеем! Здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего! Ура! Умеют работать, умеют и отдыхать. Праздник по случаю юбилея развернулся прямо в березовой роще, высаженной ветеранами СНТ полвека назад. Здесь садоводов встречали полевая кухня с простыми, но аппетитными угощениями и, конечно, любимые песни. Труд человека славен постоянно, но не всегда мы имеем возможность дать им отдохнуть по-человечески. И вот этот юбилей администрация Щелковского муниципального района сделала все, чтобы у людей на душе был праздник. Насколько я знаю, вокруг нас здесь тоже есть садовые товарищества, но у них никогда не было такого праздника. Конечно, то, что сегодня отметили нас, огромное спасибо. От болота до процветающего СНТ. Почетными грамотами главы и руководителя администрации Щелковского района отметили садоводов-ветеранов, тех, кто стоял у истоков товарищества 50 лет назад и трудился над его развитием. На этом месте самое настоящее болото было. И все было здесь мелколесье. Понимаете, как нам деревня сказала, что это мелколесье, они за грибами приходили. Ну вот прошло уже 50 лет. Представляете, что сейчас здесь? Сейчас прекрасное у нас садовое товарищество, у нас очень отличный председатель. Помню, было первое задание всем по 3 дерева привезти. И вот я даже эти дни вспоминала. Вы посмотрите, целая роща выросла. 67-го года мы здесь трудились в болоте, дома строили, возили материал по болотистой месе. Так болото осушили, построили множество крепких, надежных домов, участки исправно дают урожай. Но в 21 веке нельзя стоять на месте. Необходимо прокладывать дороги, электричество, проводить газификацию. В этом направлении успешно двигается и «Алмаз-1». Немалую роль играет председатель СНТ Евгения Щербакова, чей вклад администрации района отметила особой наградой – орденом с благодарностью. За 20 лет поднялся наш этот самый «Алмаз». У нас и электричество, новые столбы, новые эти самые трубы там и так далее и тому подобное. В общем, очень много, она большую роль играет. Евгения Марковна, она очень принципиальный человек. Она принимает самое активное участие в жизни коллективов Щелковского муниципального района. И я лично сделал все, чтобы у нее праздник удался. И праздник действительно удался. 50 лет упорной и плодотворной работы садоводы отметили от души. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».